Больничный наконец позади, оперативно-хозяйственное совещание проводится вновь под чутким присмотром железной леди Елены Проценко. Вы тоже рады? Ну как же мы можем быть не рады? Елена Степановна, теперь в зале не до смеха и шуток. Подопечные чувствуют себя будто школьники на занятии, а глава администрации никому не позволит расслабиться в рабочее время. Поставить свои телефоны и отложить в сторону. Мы встречаемся на оперативно-хозяйственных совещаниях для того, чтобы обсудить жизнедеятельность городского округа, а не почитать социальные сети. Впрочем, темы для разговора все те же вечные. И дороги. Последние с подачи главы администрации Симферополя должны быть украшены, но не новогодними осветительными аксессуарами, как на проспекте Победы, а пластиковой разметкой. Так и красивее, и современнее, ведь крымская столица – это современный город. Виталий Леонидович, скажите, пожалуйста, пластик где будет нанесен? Где? И пусть не спешит с выводами директор МБУ «Город». Если руководитель сказал, значит, разметка будет. Пусть для этого придется надавить на столичный кошелек. 35 косарей, 24 единицы специализированной техники. Там по нормам 40 надо. Стоит отметить. Отметить действительно есть что и кого. Поломались деревья от дождя, оперативно убрали. Нужно озаботиться теплом в домах, когда на улице плюс 50, тоже выполнено. Однако, чем взыскательнее горожанин, тем выше планка. Приходится всегда соответствовать. Жалоб очень много. Нужно, конечно, проинспектировать город и посмотреть, где она растет, и где она растет возле торговых объектов. Значит, обязать их убирать в частном секторе, тоже проговорить. Ну и, конечно, что касается муниципальной земли, то есть поставить графики и убрать ее, это не просто, ну, эстетически некрасиво, это здоровье людей. Добрый день, коллеги. У меня вопрос, наверное, предложение. Последнее совещание ознаменовалось не только присутствовавшей вновь самой красивой градоначальницей, как минимум, Крыма, о чем свидетельствует победа в соответствующем конкурсе, но и Виктором Агеевым по правую руку. Традиционно председатель городского совета не молчал. И банкеты у вас есть, и все есть, не знаю, чего не хватает. Графика нет. Это Виктор Николаевич сетует на недостаточно чистую набережную Салгира. Чиновники рапортуют в ответ: мало рук. Если рук мало, значит, их нужно добавить. Самый простой вариант решения проблемы, как правило, находится на поверхности. Войска, дядя Вася лихие, никто кроме нас ваш девиз. Погоны блестят голубые, берет и тельняшка как приз. Февраль, вывод войск из Афгана, начало крымской весны и псковских десантников раны мы вспомнить сегодня должны. Ильичев стихи читает, город деньги собирает. Это наш скромный ответ в стихотворной форме лучшему крымскому поэту на злобу дня, пока, к сожалению, признанному не в той мере, в какой требует его невероятный талант. Симферополь вносит очередные правки в бюджет. Предлагается увеличить доходную часть бюджета на 552,8 миллиона рублей, расходную часть бюджета на 566,1 миллиона рублей. Чуть раньше симферопольские слуги народа даже провели не очередную, а, внимание, экстренную сессию, на которую не были приглашены журналисты. Смотрим перечень вопросов, а точнее единственный повод для общения депутатов как альтернатива морским процедурам. Естественно, это передача недвижимости из одной формы собственности в другую. Но а у нас настоящий праздник. Нежданно пролетели первые месяцы правления Елены Проценко. И пора держать ответ за выполненное в этот период. Уже у нас август, да, скоро будет, а мы слушаем доклад, который за 2019 год. Ну, думаю, что не самое страшное. А что же делали Елена Степановна и ее команда на протяжении этого времени? Критика, успехи, фейковая новость об увольнении и прочее. Все это симферопольская женщина-мэр перенесла с достоинством. А теперь помедленнее, пожалуйста. Мы записываем. Собственности, имущества, а также имущественные права муниципального образования. В общем, разобрались. Самое главное, перед Еленой Проценко трепещут не только подчиненные в администрации, но и мужчины-депутаты. Например, вечно ищущий справедливости и порядка во всем коммунист Юрий Тур даже не находит аргументов против эффектной, нежной, но сильной женской руки у руля города. Мы поддержали Елену Степановну.
Пожелаем Елене Степановне находить время и для отдыха, не верить слухам, достойно выдерживать неминуемую для любой власти критику и работать на благо города и его обитателей. Главное, чтобы горожане были довольны. Ну а затем, разумеется, и коллеги. А то, что отчет был в августе, это, ну, что человек пришел, пока вник, пока подготовился, это не важно. Главное, что идет работа. Главное, что сегодня строятся скверы, строятся дороги, строятся детские сады, площадки внутридворовые, детские площадки. Как бы сегодня действительно очень серьезная работа ведется. Но не только веселыми были будни столичной администрации. Жители улицы Белла Куна бьют в набат и хотят огородить решеткой только с обратной стороны. Все дело в том, что государство печется о безопасности школьников. Стадион, который десятки лет использовали молодые родители и их чадо, теперь огорожен парканом. Что делать в этой ситуации? Симферопольская власть всегда найдет компромисс. Конечно, доступ не будем ограничивать, и жители смогут находиться на территории, заниматься спортом, ну, коляски с детьми и вообще деток на прогулку приглашать. Мэр Симферополя точно знает цену времени. Ее модные аксессуары на этой неделе попали в фокус модных и не только местных таблоидов. Наши приборы измерения времени показывают примерно 720 часов до окончания лета. Это значит, что нужно успеть насладиться всеми прелестями крымского лета. И это пожелание распространяется даже на чиновников, ведь они, несмотря ни на что, тоже люди. Поэтому я вам желаю доброго дня, конечно, хорошего настроения и крепкого здоровья. Всего доброго.